Здравствуйте. Сегодня перед вами представлен плавкомат закаточной модели МЗ-400А, настроенный на флаконы от 10 мл до 450. Давайте я продемонстрирую, как данная машина работает. Для переналадки с одной типа тары на другую вам необходимо сделать несколько шагов. Первый из них — направить стол, крутить туда винтик, открутить стол, открутить подстаканник. Ослабляем винтик. Второй момент. Необходимо развести ролики. Ролики мы развели. Снять направляющую втулку. Заменить ее из комплекта поставки. Далее уже как по ощущениям подогнать ролики. Это все делается на глаз, но тут никаких сложностей не возникнет. Первый раз не попадете, со второго все получится. И установить обратно подстаканник, который нам необходим. Бутылочка закатана, очень плотно. Такая же манипуляция для смены на другой размер флакона. Откручиваем стаканик. Так, необходимый. Поехали далее.